Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу супер крутую 5-минутную тренировку на грудь. Все упражнения будут в описании, поэтому не волнуйтесь, легко скачивайте и занимайтесь. Погнали! У меня есть одна и очень серьезная проблема. Я забыл дома телефон, в котором есть секундомер, поэтому придется считать в башке. Делаем упражнение по 40 секунд, два упражнения по 40-40, потом отдых 20 секунд, потом снова 40-40, потом отдых 20 секунд, и потом снова три упражнения 40-40 и 20 секунд заключительное. Че, поехали! Ну все, теперь отдыхаем 20 секунд и переходим к следующему упражнению. Это глубокие, ой, нет, это отжимания на брусьях с наклоном тела вперед. И после этого сразу же упражнение глубокие отжимания с возвышенности, то есть на верхнюю. Фух, отдых. Честно сказать, я делаю по времени побольше, чем 40 секунд. У меня, наверное, скорее всего, получается по минуте, потому что я дико устаю. Фух, но это на пользу. Отдыхаем, делаем следующее упражнение.
все, не могу. Аж голова закружилась. Ну вот, друзья, такая пятиминутка, от которой я чуть не умер. Это дико. Без секундомера вообще сложно. Приходилось делать гораздо больше, чтобы потом смонтировать, и получилось, что по 40 секунд, а не по 20, блин. Вот, и поэтому я очень устал. Мышцы забились, запампились. Сейчас даже посмотрим, насколько хорошо забилась грудь. Она должна стать большой, как у Шварца. Если это так, то круто. Ну как? Стало большой, нет? Ну, напампилось, классно все. Идеально. Идеально просто. Класс. Ну вот, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и обязательно покажите это видео своим друзьям. Увидимся в следующем выпуске. Пока!